Так, рассказывай, показывай. Давай. Да, спасибо. Ух, едить, колотить. Я в таком был один раз. Да, ребята. Сейчас будем загорать. Смотри, берешь... Кого? Шапочка тебе, наверное, не нужна? Не нужна. Здесь есть стикер. Наклеиваешь на родинки. Я бы на соски тоже наклеила. Вот. Короче, потому что соскам нельзя загорать. И все, встаешь сюда. У меня нет сосков. Когда разденешься. Можешь раздеться полностью, можешь до винтля. А камеры тут нет? Нет. И нажимаешь, заходишь, закрываешь дверь вот за эту ручку. Ага. За лампу не хватайся, когда будешь выходить, они горячие будут. А, это стекло. Заходишь, нажимаешь на зелененькую кнопочку. Угу. Дальше у тебя пойдет, там девушка проговорит. И если захочешь, чтобы звук был громче, нажимаешь вот сюда. Соответственно. Если потише, нажимаешь сюда. Все. Больше ничего не тыкаешь. Понял? Да. На зелененькую кнопочку. А когда захочу выйти? Я тебе поставлю на... Давай на 8 минут. Это дистанционно делается? Да. Я тебе тут поставлю на 8 минут. Ты простоишь 8 минут под лампами, и еще минутки 2 тебя будет охлаждать. В целом ты можешь не стоять, не ждать, пока тебя охладит воздух. Можешь просто выйти. Если будет некомфортно, выйдешь. Окей? Да. Если я хочу раньше выйти, то что делать? Раньше, чем пойдет этот? Чем когда загорать будешь? Раньше, чем 8 минут закончится. Можешь выйти. Нажать на красную кнопку выйти. Можешь нажимать на красную кнопку. Просто выйти. Да. Вот на это, за эту ручку. Я за понял. Вот это не цепляйся. Я понял, горячее, да. Лютая шняга. Я там сейчас был, стоял 8 минут. Там смотрите, как внутри сейчас. Эти лампы, они были ультрафиолетом подожжены, да? И потом по течению вот 8 минут там на таймере. И все, и свет выключается. И начинается стримота полная. Я боюсь туда заходить, короче, я вышел заранее, потому что мне страшно. Прикиньте, запуск пространства. И, ну, короче, стрёмно. Ну, вроде я загорел, да, и чувствую, что было тепло. Я немножко вспотел в определенных местах. А так, ну, вряд ли сразу эффект появится. Надо несколько раз, наверное, походить. Все, он закончил свою работу, вот, слышите, хрустит. Это лампы остывают. Уже холодные практически. Вот, а так, конечно, да, замкнутое пространство. Поэтому там громкая музыка, чтобы отвлекала. Прикольная тонировка, да, такая? Сижу на станции, жду. Сейчас должна приехать Альяна на следующем поезде. Постараюсь ее поймать, забежать в вагон. Вот, сегодня весь день гулял, можно сказать. Ну, как гулял? Работал на природе. Взял с собой ноут, поехал, короче, в парк. Снимал видосы. Хочу запустить второй канал. Профессиональный, дизайнерский. Вот. Соответственно, чтобы было какое-то видеопортфолио, да, чтобы YouTube еще продвигал, ну, вообще, чтобы демонстрировать свои навыки как дизайнера, видеографа и тому подобного. Вот, так что ссылка, если что, будет в описании. А сейчас ловим енота. Ой-ой-ой, народу сколько! Вон она! Как я ее мог пропустить? Ладно, на следующем все равно поедем, потому что народу тут дофига в этом поезде. Я увидел? Ну, не сразу.
Ну, увидел. Как ты так мимо меня проехать умудрилась? Я же тебе написала, что я... Я понял, да там столько народу, что я не увидел тебя. Я хотел бежать. Бежать за твоим, за моим енотом. Лохматая такая, сейчас будешь. Ой-ой-ой, тише, тише, тише. Изи, изи. Все, дохрюкалось. Замуровали. Чё? Где мои таллеры? Таллеры спаровские. Где мои таллеры? Альяна подсела на таллеры спаровские. Такие булочки с творогом. Их перестали печь после того, как они ей понравились. Брусникой. Сейчас мы поедем в парк смотреть на салюты. И немножечко ягодки такие кисленькие, такие. Это был ретро-поезд. Нам повезло, ретро-поезд. Тихо, тихо. Мы приехали смотреть фестиваль фейерверков. Просто нереальное количество народу. Сегодня воскресенье, выходной день. Сейчас будут салюты, вот с минуты на минуту уже они начнутся. И мы все идем от метро. И гляньте, сколько здесь вообще человек. Там сзади еще очень много. И здесь просто дохрена полиции. Они в каждом дворе, тут все перекрыто. Вот мы по дороге вообще идем. Тут очень много полиции, там целые батальоны были. Я не умею получать удовольствие, зная, что мне завтра на работу. Да, Альяна это хандрит. А мы идем смотреть салюты. Охренеть людей. Это все полиция стоит. Началось. Закончилось. Началось снова. Пока слабовато. Это все бесплатные места наши. Ну а что, мне тоже не видно. Там дальше за 2000. Китай же, по идее, как страна.